Привет-привет! Добро пожаловать в новое видео в наши летние каникулы, точнее в детские летние каникулы, а для меня, как для мамы, это значит, что придется совмещать быт, работу и время на развлечения детей. Гораздо больше времени уходит на готовку, на все-все-все, что связано с семьей и с детьми, по большей части. Но я уверена, что вы найдете для себя что-то интересное, немножко развеетесь со мной. Но также на моем канале сейчас будет чуть меньше каких-то косметических видео, я буду очень стараться что-то снять, но посмотрим, как получится. Зато совсем недавно на моем канале вышло видео с лучшими покупками на распродаже. Закончите смотреть влог, обязательно вернитесь к предыдущему ролику, он очень классный, там много стильных идей, все с примеркой, с разными вариантами нарядов, и это не только летние вещи, но и также уже осенние. Ну а теперь поехали с этим влогом! Мне сегодня от детей поступил интересный запрос. Они хотят покебоул. Научились есть, подсмотрели у меня, им понравилось. Только у меня нет дома рыбы, но зато была курица. И вообще это, знаете, как разобранная суши. На дне рис для суши, а сверху очень много разных ингредиентов. Я в основном заказываю с рыбой. Дети любят с курицей. Это достаточно популярное блюдо в разных ресторанах у нас. И не только. И, в общем, я принялась за работу. Я сделала очень густое тесто, типа как для блинчиков, только здесь где-то меньше стакана молока, стакан муки, у меня и рисовое, и обычное, слепила из того, что было, называется. И также добавила сюда разные приправы, паприку, ну, чтобы это было вкусненько как-то, и соль. Также я сделала часть панировочных сухарей из кукурузных вот этих. Также я сделала часть панировочных сухарей, так как у меня их было немного. Вот это японские, а на дне сейчас это все смешаю. Перемолотые кукурузные хлопья без сахара. Вчера я им делала просто с кукурузными хлопьями. И не буду жарить на сковородке, а в духовке. Также у меня дома был рис для суши, потому что Томик у нас периодически делает суши. И очень классно варится этот рис в термомиксе. Помимо этого, дети у меня очень разные, поэтому у них тоже разные будут вот эти сами покебоулы. Захару я положу помидор, огурец, решила нарезать его такими штучками, как-то прикольно сложу это в мисочку. Паприка, Захар не ест паприку, но зато он вроде как ест ананас. Также фасоль, это нам с Игнатом, Захар поехал за имбирем. А вот это острая папричка, я купила для бургеров, но я думаю, что она сюда хорошо впишется. Рис поставлю варить. А это соус из манго. Еще Захар, наверное, купит терияки, ну, чтобы как-то сверху полить. Но иногда они едят даже просто с соевым соусом. Вот, собственно. И теперь мне нужно хорошо обвалять все кусочки курицы, так, чтобы они покрылись вот этим тестом. И дальше мои панировочные сухари. Это сделано, теперь ставлю в духовку буквально там на 15 минут. Что-то кусочки у меня слишком крупные получились, надо было наполовинку еще разрезать. И чтобы это все не было слишком сухим, так как это курица, я еще полила все сверху растопленным маслом. Ну а пока курица будет жариться, я нарежу авокадо. И тут у меня уже тоже большая часть готова, все. Только знаете что, у меня немного вот таких мисочек, которые подошли бы для поке. Вот такая, поглубже удобно, когда она широкая и глубокая. Еще, вот это тоже может сойти. Но вообще, вы знаете, я уже давно заметила, что мне не хватает вот такого плана, нужно как-то заехать в Икею или куда-нибудь. В общем, это мисочки детей, я уверена, что им понравится. Вот там внизу у меня есть рис, и у них немножко разное наполнение, как видите. Ну, Захар согласился даже на паприку и на авокадо. Это прогресс. И себе сделаю чуть-чуть другой. А у них вот это темное, это соус терияки. И я решила, что им будет удобнее есть из вот таких более широких мисок. А это моя порция с острой папричкой тоже, с соусом манго, как я вам говорила, еще с зернами сезама. Детям тоже посыпала. И с проростками, это подсолнуха, вот. Покупаю всегда разные, но это мои самые любимые. Домашние тренировки, попытка номер 2. Я, кстати, уже
Занималась дома, помимо тренировок с тренером, но сегодня вместо тренировки в зале у меня была физиотерапия, поэтому мне сегодня нужно подсогнать немного калорий. Я, кстати, сейчас не ужинаю по вечерам. Можно сказать, что я стараюсь придерживаться интервального голодания или типа того. И целый день у меня не было на это времени. Работа, дети, болеющий Игнат, поэтому на часа 23:05. Ну, поехали с тренировкой. Юки такая смешная, она бы в туалет со мной ходила, я собралась заниматься, и она тут улеглась в кадре, прям в центре. Юки, нет! Вот и пришло время расплаты за меньшее количество активности за последние больше, чем полгода. Я двигалась гораздо меньше, чем обычно. И я вообще человек, который склонен к полноте. Я очень быстро набираю несколько лишних килограммов. Мне достаточно сложно их сбросить. Я никогда в жизни не была тонкой и звонкой. И я всю жизнь также ограничиваю себя в сладком и в мучном. Я не представляю, как я бы выглядела, если бы я ела все, что хочу и когда хочу. Для того, чтобы мне удерживать вес, мне приходится действительно постараться, но я верю в то, что я скину набранное. Возможно, это не так сильно заметно по мне, но я это ощущаю, когда надеваю какую-то одежду, появились какие-то комплексы. Тут меня что-то не устраивает, тут меня что-то сковывает. И вообще я за то, чтобы иметь фигуру такую, которая вам по душе. Ну и, конечно же, это в первую очередь полезно для нашего здоровья. Поэтому посмотрим, что из этого всего получится. Наверное, это уже не так просто, как в 20-летнем возрасте. Мне все-таки уже скоро 37. Но ничего, я не падаю духом и верю в лучшее, в то, что все получится. Я честно отзанималась полчаса. Я очень рада, что я вообще сделала это. И, возможно, кажется, что тренировка очень легкая, но это кардио без прыжков и без бега. Можете вписать прям такой запрос на YouTube, тренировок очень много, и поверьте мне, спустя 15 минут с вас уже будет достаточно. Есть также тренировки для того, чтобы проходить там, знаете, дневную норму, типа за полтора часа такого плана тренировки, как это. Я вся мокрая, просто. Я сейчас не смогла найти шорты. Пока, я иду мыться.
Привет-привет, у нас уже следующий день. Так получилось, что мы сегодня оказались рядом с Икеей. Я затянула туда малых пообедать и тоже забежала буквально там на пару минут в кухонный отдел. Взяла то, что мне было необходимо. А, еще в отдел с растениями. Поэтому много чего там не поснимала. Но, вы знаете, то ли как-то приелась Икея, то ли, не знаю, возможно, у меня как-то сместился фокус на другие магазины, но если уж я еду туда, то зачем-то конкретным. Но там очень много всего такого классного для организации, для дома. И вы знаете, что у меня тут мебель в кабинете из Икеи частично, в детских комнатах. Ну, короче, сегодня мне нужно было кое-что из отдела именно для кухни. Сейчас покажу, что я купила. Взяла вот такой пластиковый органайзер для холодильника. Кстати, из очень качественного пластика, выполненный он с крышкой. Там было два размера. Один помельче, тоже с крышкой, и второй вот такой. И очень часто мне не хватает высоты в органайзерах. Ну, посмотрим, если он вдруг не поместится, то возьму тот, который пониже. Но вообще он даже получше будет тех, которые я покупала в Лидле. Я вообще люблю органайзеры в холодильнике. Когда я первый раз купила, я, конечно, сомневалась, насколько это удобно, но реально это помогает организовать пространство. Я думала, что Томак будет бухтеть. Он у нас такой консерватор. Ну, типа, какие органайзеры в холодильнике, если всю жизнь жили без них? Но тут вижу, что и он приспособился, и ничего не говорит, и вот действительно говорю, подтверждаю, что это работает. Взяла еще раз себе мату силиконовую для раскатывания теста. Она большая, белая, очень удобная. И у меня была точно такая же. И к нам где-то раз в полтора месяца, раз в месяц приходит женщина с мужчиной убираться. И она говорит: где ты взяла такой удобный коврик? Можешь, пожалуйста, мне продать, а себе купишь еще раз? Я говорю: да забирайте, какое продать. Я там периодически бываю в Икее, поэтому, знаете, ей приятно, полезно, себе тоже купила. Вот такой беленький, я вам много раз его показывала. Блин, как позаклеивают. Реально, он гораздо больше, чем многие другие из других магазинов. И хорошо служит. Не буду уже полностью раскручивать. Сейчас пойду это все помою и буду расставлять по местам. Второй коврик, который я приобрела, он тоже у меня был, но износился, потрепался. Кое-кто додумался на нем что-то порезать. Поэтому он пришел в негодность. Это уже коврик для запекания бежевого цвета, и он идеально помещается на противень. Если на нем ничего не резать, то он, конечно, будет служить долго. Вот такой этот, знаете, стандартный. Не только для выпечки, для запекания чего угодно. Вот такой. Я не люблю вот эти все аксессуары каких-то ядреных цветов. Аксессуары для кухни, в смысле. Я не знаю, почему там всякие щетки делают ярко-зелеными, ярко-красными, там такими синими и так далее. Почему не сделать что-то универсальное, нейтральное? Может, чтобы кому-то было веселее. Дальше формочки для маффинов. Вот такие. Они бывают разных расцветок в зависимости от сезона. Но это не столь важно. Вот эти из Икеи, они чуть больше, чем, например, в Пепко. И самое главное, что они лучше отдираются от выпечки. Я очень часто пеку детям маффины, особенно если это школьное время. В ланчбоксе это очень удобно. И соленые, и сладкие делаю. И я еще хотела бы купить силиконовые, но опять же меня бесит, что они все очень яркие. Если встречу где-то какие-то белые хотя бы или типа коричневые, то возьму. Но вот эти языки, они хорошие, плотные, не промокают. И при этом, так как сказала, хорошо отдираются от самого маффина. Девочки, у меня есть уже контейнеры, только побольше размеров, именно стеклянные, тоже из Икеи. Они непробиваемые, они очень хорошо закрываются, запах туда не попадает, они конкретные, вообще с ними ничего не происходит. И вот пластиковые контейнеры, как-то моя мама любит больше пластиковые, они быстрее изнашиваются, затираются, становятся какими-то такими, знаете, пожившими. Поэтому мне больше нравятся стеклянные. И икеевские, они вот то, что надо. И сейчас появились вот такие. Они, так как я сказала, поменьше, продаются сразу по 3 штучки. Вот это самый большой, внутри поменьше, с крышками беленькими.
такие мисочки из одной коллекции. Они разных размеров, и там есть еще дешевле, но там, знаете, вот такой кипельно-белый цвет. Это не хорошо и не плохо, просто вот эти как-то, знаете, в них как будто лучше керамика. Вот маленькая такая, да. Это тоже связано с тем, что мы теперь будем чаще есть покеболы. А второй размер, две штучки вот таких. Ну, вообще, я про покебол пошутила. На самом деле, мне в обычном таком быте не хватало конкретно таких размеров. И последняя, самая большая. Боже, они такие тяжелые. Я вот больше всего люблю белую керамику или что-то такое светленькое, бежевое, может быть, немножко в рустикальном стиле. Но это тоже интересный такой момент. Мне кажется, что еда даже вкуснее из светлой посуды. И когда это прямоугольная форма какая-то или квадратная, например, почему-то это по-другому воспринимается. Я когда-то очень давно читала исследования на эту тему, и действительно что-то в этом есть. Я тоже поймала себя на мысли. И у меня были дома прямоугольные или квадратные тарелки. Нам подарили этот сервиз на свадьбу. И вроде как он красивый, все, но почему-то это было так, вот знаете, не по-домашнему, не то чтобы не эстетично, но в общем... Блюда на них даже смотрелись как-то совершенно по-другому. И они меня подбешивали. Я не могла понять, с чем это связано. А потом я прочитала эти исследования, не помню точно где, но там говорилось, что большинство людей лучше воспринимает еду и ее вкус, и больше наслаждается пищей, когда это светлая посуда и округлой формы. Что думаете на этот счет? Возможно, вы не в большинстве. И последнее, что я взяла... Эта форма давно смотрела на меня. Форма для тарты. Она не белая, а тоже скорее молочная. И она больше по диаметру, чем многие мои. И здесь не слишком высокие бортики. Для всяких осенних тарт, почему? Для летних тоже. И даже для гриля, вот чисто чтобы что-то подать. Это и красиво, и удобно, и вообще. Такие формы, я должна сказать, я использую... Достаточно часто. Мне уже давно нужно было зеркало сюда в мою комнату, просто стоящее, чтобы я видела себя крупным планом. Плюс, когда я снимаю что-то там для Инстаграма, для Ютуба, какую-то собиралку или хотя бы части, да, того, когда мне нужно видеть себя, и чтобы я не сидела с маленьким зеркальцем, я давно присматривала себе что-то, его нужно собирать, обожаю, конечно. И оно будет выглядеть вот так. Маленькое, компактное, очень аккуратное и в золотой рамочке. Сложу, потом вам покажу. Не поверите, но самое дорогое из того, что я купила, это большое растение, которое я сейчас принесу в кабинет. И также взяла самый заезженный цветок. Вы скажете, Оля, что за жлобство? Это, точнее, не цветок, а растение. Кстати, оно выглядит очень даже реалистично издалека. Почему вообще? Зачем мне это надо? При том, что у нас много именно настоящих растений, мне нужно что-то, что я поставлю сюда, в мою полуголову, в качестве прически. Я пыталась сюда пристроить что-то живое, но, во-первых, оно пропадает, во-вторых, эта голова стоит у меня там на фоне высоко, и я точно буду забывать это поливать, и растение там не выживет. И мало что здесь смотрится красиво. Вот осенние всякие там цветы, еще да, как-то летом я пока что ничего не придумала, поэтому на кризисные времена, когда живого растения, которое здесь выживет, не будет, у меня будет искусственный цветок, не цветок, а растение из Икеи. Из нехозяйственного взяла еще свечи несколько штук вот таких толстеньких. Они тоже не белые, а кремовые. У нас как раз все уже сгорели. И упаковку утилайтов. Пока что лето, и я продолжаю радоваться даже жаре. Я очень люблю теплое время года, но все-таки осенью будет раньше темнеть. Как-то всегда хочется больше уюта, поэтому утилайты — это тоже что-то, что у нас расходуется максимально быстро и часто. И также взяла вот эти вот сумки икеевские. Это самые прочные сумки, когда нужно довести куда-то что-то тяжелое, они ни разу у нас не рвались. Если вы переезжаете, если вам нужно что-то спаковать и куда-то там перенаправить,
Дорогая, у меня вот эти вот сумки не застегиваются, но есть такие, которые еще и с замочком. Они очень крутые в Икее, и когда я делаю разбор своего гардероба и там отдаю какие-то вещи, я это делаю на регулярной основе уже очень много лет, и я всегда пакую тоже все это в эти сумки из Икеи. И они мне тоже нужны дома, то есть я покупаю домой, а потом вещи складываю, складываю. Я уже начала своим там знакомым, кому я даю вещи, говорю, так, только сумка из Икеи, пожалуйста, должна ко мне вернуться. Никогда не возвращается, я не злюсь, но просто каждый раз, когда я бываю в Икее, я их покупаю, потому что, ну, то там они пригождаются, очень нужны мне. Вот так это все теперь выглядит. По-моему, неплохо, и даже не так по-жлобски смотрится издалека. Это особо там не видно, когда я снимаю, какое там именно растение. Но дама теперь с прической. И я, когда только поставила вот эту этажерку, думала, что что-то здесь поменяю, что-то тут как-то по-другому организую. Но мне сейчас все нравится, ничего даже не хочется трогать. Поэтому пусть так и остается, а на новый сезон уже буду смотреть. Кстати, столько всего интересного нашла на тему. Именно из декора. И я думаю, что там и закажу, как раз и посмотрим, как быстро это приходит. Ролик не будет спонсированным, или во влоге я вам покажу, и что вообще там продается. Вот она, моя новая пальма. Она отменно подошла в горшочек, который у меня уже есть. И мне писали девочки, что ее нельзя слишком сильно поливать, но она любит опрыскивание и не ставит на прямые солнечные лучи. Постараюсь ухаживать за ней так, чтобы она продержалась как можно дольше. Хотя бы в таком состоянии, не говоря о том, что хотелось бы, чтобы она выпускала и новые листья. Очень красивая, она такая большая. Прям супер, мне очень нравится. У меня, правда, сейчас пустовато в холодильнике, но все равно покажу вам. Завтра поеду за покупками. В общем, смотрите, вот эти контейнеры, раз, два, три, четыре, они из Лидла. Они действительно тоньше, чем икеевские, но посмотрите, как этот гениально сюда поместился. Можно снять крышку, если она вам мешает. Я бы докупила еще один. Это реально очень-очень здорово организовывает пространство. А это спонсор моего сегодняшнего кардио. Это швабра, которой мы пользуемся уже какое-то время. Она, кстати, очень хорошо так выворачивается в разные стороны. Но не это в ней интересно. Кстати, по-моему, еще и ручка регулируется. Ну, в общем, пока что она нигде не продается, но это просто следующая генерация швабр. В общем, она магнитная. Видите, как снимается. И снимается также вот эта тряпка, она одноразовая, и тряпочки продаются в контейнере, не в таком, они, наверное, будут в других, но тряпочки очень хорошо пропитаны каким-то веществом, оно супер сильно пахнет, есть дезинфицирующие, всякие разные будут скоро появляться на рынке. И вот так вот моем пол. Эти тряпочки еще очень хорошо собирают пыль, волосы. Они из такого материала, который быстро разлагается, поэтому типа эко. Ну, в общем, не знаю, нравятся вам такие новшества или нет, но это то, что ждет нас в уборке. Вот такие уборочные тренды, так сказать. Вот такой ситуэйшн. Но у меня не сильно грязно, конечно, на кухне было, потому что я вчера слегка убиралась. Это швабра No Name. Я пока что только тестирую. Выдам свой вердикт, но похоже есть у достаточно дорогого, это должно быть подешевле бренда, который принадлежит огромному концерну. Давай! Сегодня мы спасаемся от жары в парке в Сковине. Арендовали машинки. Сколько я тут наматывала кругов с коляской, вы себе даже не представляете. Этот парк когда-то отреставрировали. А я помню еще те времена, когда, ну, скажем так, вечером я бы сюда не пошла гулять. А сейчас здесь очень приятно в любое время дня. А это дом культуры. Когда-то он тоже выглядел как заброшенный. И когда Захарка был маленьким, уже отреставрировали. И каждый второй понедельник здесь были очень дешевые театральные спектакли для детей. Сковина – это не село, и это не совсем пригород Кракова. Это просто небольшой городок, типа как районный центр. И он настолько преобразился, приятно посмотреть. В центре, если мы сегодня туда дойдем, тоже вам покажу
роскошные гортензии цветут. Не только там, вообще тоже зимой всякие украшения ставят. Очень классно. Ого, это теперь здесь ЗАГС? Ничего себе, мы с Томиком расписывались вообще в другом месте. Вот это неожиданно, однако. Вообще, вы знаете, поляки, они такие. Если у них есть балкон, если есть кусочек земли, обязательно будет очень много цветов, всяких растений. И это у всех, независимо от достатка. И за счет того, что этого много покупается, цены, конечно же, на растения, на всю вот эту вот живность бюджетнее, например, чем в Украине. Мы еще туи там давно сравнивали. Так что они любят это и могут себе позволить. Наверное, лет 8 тому назад облагородили парк. Я помню, как это все строилось. Здесь такая площадка с разными играми. Здесь написана инструкция, как играть в каждую из них. Вон мои гонщики. Конечно, уже немножко все постиралось на асфальте, но здесь все было разрисовано. Я думаю, что со временем это обновят. Вперед, вперед! Так, а это футбольное, баскетбольное поле от школы. Но сюда приходят дети просто, которые там хотят поиграть. А там вдалеке средняя школа моего мужа, в которую он здесь ходил. Здесь две больших площадки. Одна для маленьких детей, вторая для деток постарше. Мало детей сейчас, но после обеда будет катастрофа. Нужно будет толкаться, потому что сейчас действительно очень-очень жарко. Здесь, конечно, было ужасное болото, его расчистили, поставили маленький фонтан. И также летом здесь поголовно цветут лилии, или как они там называются. Уже который раз пытаюсь застать водные лилии, и все никак. Они здесь белые и желтые. Возможно, они распускаются только вечером. Здесь также живут лебеди. Это сейчас ремонтируется место для скейтбордов. Здесь всегда тусуются подростки. А со второй стороны бесплатный теннисный корт и тренажеры. Очень приятно наблюдать, что здесь часто можно встретить пожилых людей. Вот такой теннисный корт, и здесь прям постоянно шуршат, убираются. И со второй стороны парка, я сейчас сюда не пойду, там сильно солнечно, там находится еще очень много тренажеров тоже для людей бесплатных. Конечно, это все финансируется не только именно польским государством, всегда идет такой раздел, и видны таблички, что вот реставрация или стройка чего-то нового в городе, какого-то места для людей была или полностью, или частично профинансирована Евросоюзом. Это очень здорово. То же самое касается каких-то мостов, каких-то там дорог и так далее. Вот пришли люди играть в теннис, и я помню, как мы с Томиком приехали в Сковину первый раз, больше 15 лет тому назад. Я была только в гостях, он показывал, как строят дом, и говорит, вот, я закончу, и мы сюда переедем, будем жить здесь. Я такая, что? Типа, нет, я не хочу. Мне здесь дико не понравилось, но за эти 15 лет с небольшим, да, городок настолько изменился, и у меня всегда такая ностальгия, когда я сюда приезжаю, плюс здесь очень удобно. Здесь на месте есть все, и школы, и садики, и частные, и государственные, всякие там магазинчики с хорошими продуктами. Мы до сих пор, когда хотим купить, например, что-то на гриль, то приезжаем сюда в мясную лавку. Конечно же, есть и большие магазины, типа там Lidl, Бедронка, Kaufland, Netto, это такие сетевые в Польше. Не прям гипермаркеты, а скорее как супермаркеты. Они очень компактные, там можно купить все что угодно, начиная от чего-то там для дома, бытовой химии, ну и также, конечно же, самые главные, основные продукты питания. А вообще туда привозят все в зависимости от сезона, это очень удобный формат. Наверняка те, кто живут в Европе, знают, что такое Lidl, он есть, наверное, в большинстве европейских стран, и в Польше тут настоящая борьба Lidl против Бедронки. Я больше люблю ездить в Lidl, честно говоря. Всегда просматриваем здесь доску объявлений, что интересного происходит, потому что это недалеко от нас, и вот каждое лето тоже здесь кино под открытым небом в центре города, и оно абсолютно бесплатно. Зеркало я сложила, кайфовое, но минималистичное, не слишком громоздкое, прям
удачная покупка, я считаю. И оно поворачивается со второй стороны, увеличивающее, но таким я не пользуюсь. И вот если у вас даже небольшой туалетный столик, то оно будет выглядеть супер симпатично. А это мой уголок такой. Видите, здесь мраморная подставка, свеча, кисточки, подставка. Это вообще горшочек для цветов из H&M. Мицеллярка просто очень большая, она никуда у меня не помещается. А здесь новые пудрочки. Вот эту я покупала, эту мне прислали в пиар-рассылке. Любить и обожать свой маленький женский уголок. Вчера только вам сказала, что ничего не хочу менять, но я такая натура, когда приходит вдохновение, то сразу же делаю это. У меня, не знаю, потом даже больше желания появляется что-то снимать, что-то делать, проводить здесь время. И, по-моему, вот когда добавляешь зелень, сразу как-то так более спокойно, уютно и вообще. Вот это дерево подарило мне столько радости со вчера, вы себе не представляете. И теперь это будет выглядеть вот так у меня на фоне. Подоставала, кстати, те ароматы, которые стояли у меня в шкафчике. И сейчас вот специально ставлю их на видное место, чтобы еще чаще ими пользоваться. Со второй стороны у меня, конечно, не так красиво. Это то, чего вы не видите. Освещение, которое мне сейчас не надо, потому что много солнечных дней. Здесь же стоит столик с вазочкой, в которую я планировала ставить сезонные цветы. Но как-то я не могу доехать никуда. Честно, не хватает на это времени, поэтому сухоцветы меня выручают. На столике у меня всегда еще стоит штатив, чтобы я могла быстро прикрепить камеру или телефон и заснять сторис там или часть влога, какую-то собиралку и так далее. Тут находятся еще ароматы. Вы знаете, я вот чем-то загораюсь. Беру маленькие какие-то там от Леванты, нравится, все, думаю, куплю полноразмерную, и потом очень быстро мне это надоедает. Поэтому у меня здесь собрана моя личная классика, с которой я себя где-то там ассоциирую, и здесь даже есть ароматы, которые уже недоступны. Это Герлен Пассифлора, вообще аква-аллегория, это лучшее на летний сезон, это туалетные воды, также Blooming Bouquet от Dior, Miss Dior, нежнятина, такая пионово-розово-персиковая, очень красивый, легкий. Вот это, конечно, рисковато, но у меня есть супер зеленая. Герленчик мой стоит там в другом месте. Нравятся мне ароматы от Jo Malone, но они совершенно не стойкие, на мне очень быстро слетают, хотя вот этот освежающий, очень приятный, особенно на теплое время года. Bottega. Вот такая, видите, у меня такие немаленькие форматы, и они подолгу мне служат, потому что я ими не обливаюсь. Вот это чуть более такая дерзкая, наверное, чем Blooming Bouquet, но чем-то они даже издалека похожи. Gucci супер зеленый, его случайно не сняли. Что-то как-то я его давно не видела, но это именно, видите, не классический Bloom, а это с такими веточками зелеными на этикетке. Вот это Givenchy Linterdit, только не классический, а облегченный. Господи, как жарко. Он у меня потихоньку заканчивается, но только на вечер, в теплое время года, иначе вы все задушите. Это Prada, Iris, Prada Milano, Bottega, которая снята с производства. Вот это прям вообще очень сильно мой стиль, но я потихоньку это расходую. Хочется как можно дольше ею наслаждаться. Если любите кожу, такие унисекс-ароматы, даже можно сказать. Нельзя его назвать чисто женским, но очень стильный. И безымянный Byredo, который тоже очень сложно приобрести. Это была лимитка. Видите, он действительно без названия. Эрмесинка моя любимая. Это аромат, знаете, очень свежих фруктов и травы свежескошенной. Вот это то, что останется в моем парфюмерном ряду навсегда. На теплое время года это вот чисто я во флаконе, можно сказать. Ну и, конечно же, Aqua Allegoria. Вот такая. Это тоже свежий, травянистый,
не мега стойкий, но для настроения, для того, чтобы взбодриться как-то утром, задать себе настроение, тоже очень-очень даже. Очередной день, я на своем рабочем месте, как я люблю шутить. Завтрак, обед, ужин — это на мне. И сейчас я хотела бы пожарить малым блинчики кабачковые. У меня желтый кабачок, не цукини, и мы заберем с собой это на пляж. Я сегодня на пляже с тремя детьми, и вы просили у меня пойти на вот эти горки на воде. Вы знаете, что цена здесь выше, чем в Хорватии за целый день, но на полчаса вообще невыгодно идти, поэтому купила им вход на час, посмотрим, сколько они там высидят. Вон они мои, один поехал в другую сторону, но третий заходит. Здесь много разных развлечений, были бы деньги. А, кстати, вот этот пляж, который вы видите там дальше, он, наверное, один из самых классных и самых популярных. И вот там тоже в тенечке дальше. И здесь два озера на самом деле, но мы ходим туда, где меньше людей. Возвращаюсь на полотенце, немного позагораю. Сегодня не день, а день хардкор. Потому что они сегодня перешагнули все, блин, красные линии мамы. У меня реально уже загорелась красная лампочка. Причем, знаете, то они игрались, Игнат специально дал Захару в глаз. И опять воспитательная беседа, плач и так далее, то что-то не поделили. То три часа они ныли, что когда мы поедем, какая там стирка, готовка, завтрак, обед с собой. Говорю, соберите свои вещи. В итоге ни одного мяча, и Захар даже не удосужился взять плавки. Меня это настолько вывело из себя. А потом еще в его шортах он 100 раз реально, ну может не 100, но раз 25 завязал узел, который уже невозможно было развязать, и шорты с него слетают, в которых он в итоге купается. Ну, вроде ничего, знаете, такого прям критичного, помимо удара в глаз. Не знаю, случайно, не случайно, в любом случае, это очередной их конфликт, в который я тоже должна была встревать. И в итоге, что я должна вам сказать, когда в течение дня таких ситуаций собирается очень много, то в определенный момент, спустя несколько недель одного и того же, у тебя лопается терпение. Я вам клянусь, я прям сегодня на взводе. Это не пляж, это просто как бы нерасчищенная территория. Там, где песочек, там вообще чистое дно. Но посмотрите, вода прозрачная совсем. Все прям видно. Ну, тут никто не лежит и тут никто не заходит в воду. Здесь на пляже есть кафе. На конкретно этом, кстати, не так много людей. В общем, по выходным только гриль. А так в будние дни можно купить там запеканку, это типа такой большой теплый бутерброд с сыром, колбасу какую-то. Короче, Захар здесь ничего не съест, помимо картошки фри, которую я не хотела ему давать, поэтому у нас обед с собой. Здесь гораздо спокойнее, чем на других пляжах. И вот со второй стороны здесь также можно или арендовать лодку, такой небольшой парусник, или даже сделать права, прям научиться и сдать. На пляже песочек, я лежу прямо у берега, потому что немного людей. И также я так лучше вижу своих детей, когда они здесь. Также можно арендовать сапы, всякие тут машинки, в общем, прикольно. Еда на пляже. Контейнер с собой, купили еще йогурт. Как вкусно. Просто бляха-муха, я вчера убиралась, посмотрите. Опять нужно тут подметать. Короче, это все красиво. А, еще знаете что? Вот эти олеандры, я знаю, что они ядовитые, но это Томик сюда приносил. Тут или я, или олеандры. Не знаю, может, он тут нас подтравливает специально. Но я шучу. На самом деле они очень популярны. Они даже в пиццерии. Вот сегодня мы были с детьми. Там тоже несколько олеандров. Так что, я думаю, если бы это действительно было сильно опасно, мы же их не жрём, и собака тоже не трогает цветы. Поэтому ничего страшного. И еще знаете, что у меня тут беда. Короче, у нас была буря. Не столько там шел дождь, но он, зараза, сломал мне мой помидор. Их всего там было несколько. Но буквально там неделю тому назад мне было настолько его жалко, что я поставила его в воду. И прикиньте, он пустил
корни. Может, что-то из этого будет. Пока что плоды не опали, не засохли. Может быть, слушайте, я еще буду здесь собирать свой урожай. Дети пошли играть в футбол. На улице уже посвежее, но дома нереальная парилка. И у нас всего два кондиционера в моей комнате и на самом верху в спальне, потому что там даже когда плюс 20, уже так ощущается вот эта температура. Но всегда все верхние этажи, они больше нагреваются. Почему у нас нет кондиционера в зале? Сейчас как-то дом настолько прогрелся за эти несколько недель, что тут уже даже проветривание не помогает. А кондиционера у нас нет здесь по той причине, что у нас как бы не совсем солнечная сторона. Вот даже по сравнению с остальными соседями у нас всегда на первом этаже было прохладнее всего, такой тенек, и не было необходимости в кондиционере. А мы так с Томаком поговорили, что если следующее лето будет таким же, то мы скорее всего установим кондиционер. А возможно, сделаем это даже в зимнее время. У нас знакомые в Польше, в Кракове, решили поставить кондиционеры, потому что тоже помирают, но у них вообще солнечная сторона. Там все этажи прогреваются, еще очень большие окна, и ты буквально, как знаете, в парилке в какой-то находишься. И говорят, что им могут поставить только один, который не требует там специфического монтажа, и все. Настолько большая очередь, что только в конце осени им поставят остальные. Я не помню такого лета в Польше. И интересно, ну как, я говорю за Краков, да, потому что в каждом регионе Польши чуть отличаются все-таки и климат, и вообще температурные условия. Так вот, если раньше у нас летом могло быть даже 16, блин, градусов, то есть зимой ты ждешь снега, его нет, и зимой может быть плюс 15, и ты едешь уже непонятно куда, чтобы как-то насладиться зимним временем года, показать детям, в конце концов, снег, покататься на лыжах. А летом тоже приходилось ездить куда-то в теплые края, чтобы покупаться там в море или в каком-то озере и так далее, вообще погреться на солнышке. А в этом году вроде как настоящее лето, и все классно, но в Кракове повышена влажность, и получается, ты как в тропиках. Ты вот только помылся, ты выходишь, и температура не просто высокая, но типа когда 32 градуса, это ощущается как 40. И постоянно приходит предупреждение о том, что экстремальная температура. То есть вот этот парниковый эффект как будто появляется, и в последние дни чуть полегче хотя бы по вечерам, а раньше вот ты выходишь и дышать нечем, и у метеозависимых людей здесь очень большие неприятности с самочувствием, потому что вот те, кто даже страдает мигренями и так далее, вот это давление и вот эта парилка именно, знаете, не сухой воздух, а такой, как просто не горячий, как вот в Киеве, например, да. Даже моя мама, когда приезжает сюда, говорит, у вас погода очень-очень странная, то есть такой своеобразный климат именно в Кракове. А я сейчас иду в свою Африку на террасу собирать все там цветочки, поливать их и так далее. Я одна на хозяйстве. У Игната была ангина. Томак гоняет на мотоцикле. Он поехал на 4 дня, то ли на 5. Вот. И он запланировал это раньше со своей бандой. У нас тут тоже с нашего района мужчины. Я ничего не хочу как бы говорить про возраст, да, но они приблизительно в одной возрастной категории, они все купили мотоциклы, у них такая вообще тут тема, и они вот так периодически ездят на 4-5 дней, это помимо командировок. Конечно, это немножко накладно для меня, что тут скрывать, когда и дела, и всегда, когда он куда-то едет, кто-то из детей начинает болеть или еще какую-то мамаду. Ну, тоже нельзя запрещать человеку его хобби, это вообще как, да, у него есть свои интересы, и это нормально, просто мои увлечения и мои хобби как бы не занимают столько времени и не требуют того, чтобы я постоянно куда-то выезжала, а у них это прям пунктик. Знаете, вообще раз в неделю они тоже собираются тут все и едут, они постоянно обсуждают вот эти все свои костюмы и так далее.
мы все с женами, ну, такие, типа, ладно, едьте, все, все окей, так похихикиваем с этого немножко. У одной из нашей компании есть все обмундирование, она иногда ездит со своим мужем, говорит, давай я тебе одолжу, погоняешь с Томиком, может быть, в этом году я созрею спустя 2 года, а если мне понравится, то себе тоже куплю костюмы, там, шлемы, все остальное, но это не точно. Ну, Томик тоже предлагает мне, кто знает, говорю, вдруг мне понравится, я тоже сдам на права. Вот это ему точно не понравится. Я буду с вами прощаться. Не забывайте поставить пальчик вверх. Наше лето, вторая его часть, складывается, наверное, не совсем так, как мы того хотели бы и как планировали. Пока что зависла наша очередная семейная поездка. Мы завтра ложимся в больницу с Захаром. Также все это время болел Игнат, но мы уже выздоровели. Я говорила о том, что у Захара была неудачная операция, и вероятнее всего нам будут ее повторять. Вот, собственно, завтра у нас госпитализация. Поэтому такие дела, но и это когда-то пройдет. Все, всех целую и обнимаю. Пока-пока, увидимся с вами совсем скоро.